Согласно заявлению пресс-службы американской компании технического тюнинга Hennessey, инженерам компании с помощью компрессора и незатейливой перенастройки электронного блока управления двигателем удалось выжать из стандартного мотора Chevrolet Tahoe объем 5,3 литра дополнительно 145 лошадиных сил. Таким образом, если у серийного Tahoe мотор выдает 355 лошадиных сил, то у форсированной версии Hennessey мотор выдает уже 500 лошадиных сил. Чтобы продемонстрировать супермощь версии Tahoe Hennessey HPE 500, инженеры компании провели сравнительный тест-драйв серийной и форсированной версии Tahoe, который показал, что действительно Tahoe Hennessey имеет явное преимущество в динамике разгона. Однако независимые эксперты в этом усомнились. На специальном стенде они замерили мощность серийной и форсированной версии Tahoe и с удивлением обнаружили, что мощность моторов и тестируемых машин не соответствует официальным данным. В частности, при тесте HP 078 у серийной такой мощность мотора составила только 290 лошадиных сил, а у Hennessey 396 лошадиных сил. А при тесте HP 078X2 мощность серийного такой составила 305 лошадиных сил, а у Hennessey 435 лошадиных сил. Кстати, подобное завышение мощности моторов сегодня характерно для всех производителей автомобилей. К примеру, у BMW реальная мощность мотора может быть на 18% ниже заявленной, у Audi на 22%, а у Mercedes этот показатель может достигать рекордных 30%.